сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в ны, и очисти на всякие скверны, и спаси благо нашего. Слава Божьей Богу, на тебе. Словом или делом, или помышлением, яко благи человека любит Бог прости, яко не человек, и же жив будет, и не согрешит. И в этом кроме греха, правда твоя, правда, и эти слова истина, яко ты есть и воскресение, живот и покой, усопших рад твоих, преснопоминаемых, архиепископа до сих пор.